Это произошло 22 марта 1943 года. Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. В этот день оккупанты вынесли смертный приговор 149 ни в чем не повинным людям. С этих слов начинается одна из статей на сайте мемориального комплекса «Хатынь» – место, которое стало символом и синонимом трагедии всего белорусского народа. Хатынь, как правило, воспринимается людьми как памятник только одной деревни. Это несколько заблуждение, потому что Хатынь – это, во-первых, памятник и другим сожженным деревням, а их в Беларуси только во время карательных операций было сожжено более 5500. И Хатынь – это еще памятник вообще всем мирным людям Беларуси, которые стали жертвами агрессии, жертвой оккупационной политики, и вне зависимости от их национальности, вне зависимости от вероисповедания. То есть Хатынь – это наша общенациональная святыня. Экспозиция поделена на две концептуальные части. В первой представлен иллюстративный ряд и документы о карательных операциях, оккупационной политике и о 186 сожженных деревнях, которые повторили печальную судьбу Хатыни. Вторая часть посвящена детям трагического марта 43-го. Из 149 жителей деревни 75 были дети. Возраст самого маленького – 7 недель от рождения. Он сгорел вместе со своей матерью. Все документы, кино и фотоматериалы, представленные на экспозиции, привезены из Национального архива страны и мемориального комплекса «Хатынь». Это хороший, я считаю, проект, где люди, наши посетители, соприкоснутся с той памятью, наверное, еще прикоснуться к тем реликвиям, к тем фотографиям, которые, может быть, ближе им станут те люди, кто погибли, для них тоже. Это их частичка, может быть, тоже передается через эти фотографии всем нашим посетителям. Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. Самое малое, что может сделать каждый из нас – чтить память погибших и никогда не забывать, какой ценой достались мир и покой на белорусской земле. Экспозиция «Хатынь. Святыня национальной памяти» будет работать в Музее обороны Брестской крепости до 1 июня.